подпольную мини-фабрику по изготовлению контрафактной алкогольной продукции обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Производство располагалось в доме одного из подозреваемых. Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, в помещении было установлено специальное оборудование. Там же находились красители, пробки и пустая тара. В ходе обыска полицейские также изъяли более 3000 литров этилового спирта. Задержали незаконных предпринимателей, мужчин 22 и 50 лет, накануне на территории Северного столичного автовокзала. В автомобиле стражи правопорядка обнаружили бутылки с крепкими спиртными напитками, которые, по версии следствия, посредством водителей маршрутных автобусов переправлялись в торговые точки по республике. Часть контрафактной продукции реализовывалась в Кишиневе. За незаконное предпринимательство подозреваемым грозит штраф до 10 тысяч леев с конфискацией товара.